Всем привет, ребята! Я вам сегодня расскажу, как сделать стилус для телефона. Для этого нам нужна ухочистка, ее надо немного намочить и потом посунуть иголку, и она будет работать. Я вам сейчас покажу на моем планшете. Ну и для планшета это подходит. Смотрите, вот. Ну, для планшета вам это может подходить. Смотрите, тут мои картины. Вот, смотрите. Вот. И мы рисуем. Конечно же, мы можем рисовать. И вы можете рисовать. Это очень удобный способ. И, короче, подписывайтесь и ставьте лайки. Это рабочий способ. Удобно очень. И всем пока. Я буду выключать. Сейчас.